Вечернее богослужение кончено. Следующее богослужение у нас в храме будет завтра в 8 часов в обычное время. Спасительный, исцеляющий. Христос воскрес, вместе с ним. Христос воскрес. Ну, воистину воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Где же вы были? Воскрес. Расскажите. Ну, я же объявлял. Фотовыставка была по Теряевке. Там пришлось выступить. Были там даже. Слушайте, Игнатий, как народ там был? Были, но к концу там один человек остался. Да? Это вы были один? Я не один, но там несколько выставок было. Но они никуда, это уже уходили. Это утомительно же. 48 фотографий выставлено в рамках. Одну нам подарили. Да. Какую? Ну, которые шли, сначала много, потом меньше, меньше, они там давай отмечать, выпивать тоже на стойке, там, закусить. Я следил, что они потянулись туда, перешибли. Очень хорошо побыли. Да, хорошо. Сергей Павлович повез нас туда. Так, Александр Павлович. Так, вы ждете или что? Здесь у нас собрание сейчас или что? Никакого собрания. Марш по домам. Все. Ложитесь спать. Спаси Христос. Спаси вот Христос. На добром слове. Конечно. Еще говорит, завтра у нас будет собрание. Завтра все. Ну, завтра и расскажете всем. Сергей Павлович будет рассказывать, не я. Да ладно. Что-то такое замученное. Ну, если что, ему не... Ну, давайте вдвоем уж тогда. Да-да, вдвоем, там второй разговор. Ну, другой разговор. А ты, Сергей Павлович, почему ты это первенство получил? Для рассказа. Самый главный был. Сергей Павлович расскажет, потом если добавит. Я сейчас забуду, я скажу. Мне вопрос. А, ты повез всех, да? Конечно. Да, уже. Так, многие там были. Потеряевские снимки-то все. А Потеряевки. 48. Он буклет такой издал. 370 рублей. Так, у меня место одно есть до площади Октября. Кого довести? До площади Октября кто? Меня можешь, я с тобой. Пошел.